В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. На улице Павла Корчагина полицейские вынесли из местного бара весь алкоголь. По иронии судьбы, бармена поймали как раз на продаже спиртного на вынос. После этого факта выяснилось, что алкоточка 24/7 не совсем чиста. Две бутылки стали поводом для проверки. Бармен Сергей продал их на вынос и не выдал чек. Смотри, что будет. Сейчас чек не выдали? Сейчас нет, товарищ. По словам молодого человека, касса временно не работает. И вообще их бар весьма приличный в этой местности. Вот новое меню на доске для тех, кто желает перекусить. А вот и бутылки со спиртным от поставщиков. Давайте снимайте по одной бутылке с алкогольной продукции, находящейся в продаже с ценниками. Она же у вас предложена к продаже? Да. Отличная оферта, а вот ценник у вас. Ну, пожалуйста, конечно. Не, у нас так, что это не полено ничего, все оригинал. Мы только у поставщиков заказываем. По закону защиты прав потребителей, да, вы обязаны сразу же предоставить документы на любой товар, я просто покупателю. Я вам просто рассказываю. Нет, согласно 171 федерального закона, есть, конкретно статьи 16, у вас в месте продажи алкогольной продукции должен быть полный перечень документов, а не ксерокопий. На словах у бармена все было гладко, но документов он так и не предоставил. Сказал, что не в сейфе, а ключ у руководителя. Вся алкогольная продукция в полном объеме будет изъята. В отношении юрлица будет составлен административный протокол и направлен в суд для рассмотрения в части наложения административного штрафа и конфискации алкогольной продукции. Полиция напоминает, если вы знаете о подозрительных алкоточках, звоните по телефону 102. Михаил Вагин, место происшествия.